Четвертый мост через Енисей с высоты. На этих кадрах видно, насколько продвинулся ход строительства долгожданной переправы. По заверениям строителей, возведение моста идет по графику. Видно, что уже начался монтаж пролетных сооружений. Предполагается, что к концу года начнется строительство развязки на левом берегу. Напомню, по плану километровый мост с шестью полосами движения и двумя транспортными развязками на правом и левом берегах Енисея должен быть сдан в 2015 году.